Луис Карвалан рисковал. Было сделано все для того, чтобы обеспечить успех этой операции. Спецоперации на человеческом лице. Агенты спецслужб с дипломами пластических хирургов. Были выделены специальные средства, были мобилизованы специальные силы. Они меняют внешность. Он оперировал Любовь Орлову. Сама Любовь Орлова говорила, что да, она оперировалась во Франции. Они изменяют историю. Если внимательно проанализировать фотографии основных ведущих политиков, то можно сделать вывод, что кое-что, почти каждый что-то сделал. История тайной хирургии. От Нефертити до наших дней. «Скальпель для первых лиц». Премьера. Четверг. В 23:50 на канале «Россия».